Хотят вернуть первозданный вид. Воронцовскую колоннаду могут украсить фигуры львов, а еще фрагменты исторической облицовки. Она была найдена киевским реставратором во время исследования сооружения. Все подробности у наших корреспондентов. Для кого-то это обычные камни, для реставраторов – ценная находка. Ученые обнаружили старинную облицовку строения. Это первоначальный облицовочный материал, который был уничтожен при ремонтах 50-х годов. Это облицовочный материал колоннады в пределах главного фасада. Керамические изделия с поливкой сверху. Они не только облагораживали и украшали сооружение, но и гидроизолировали, то есть исторически гидроизолировали его основы. Столичный реставратор говорит, что пока нет точных сроков завершения работ. Сперва необходимо изучить конструкцию и оценить ее состояние. Проводится скрупулезная работа кисточками, к сожалению, проводится шпательками, но, к счастью, для реставраторов, вот, поэтому не ругайте за медленность, потому что благодаря кисточкам, шпателям и ювелирному инструменту позволяет спокойно открыть, не разрушая те культурные слои, которые мы имеем. Сейчас вырыли шурф, иначе говоря, яму основания колоннады, чтобы оценить состояние фундамента. Он тоже построен из ракушечника и постоянно намокает. Влажность всего стереопата составляет более 8-5% влажности. При норме нормального здания 3-3-5%. Это создает разрушительные условия для памятника архитектуры, но ученые ищут пути решения проблемы. Мы видим хорошие слои штукатурки, мы видим ремонтные слои штукатурки, которые должны будут быть убраны. А вот здесь вот мы видим стыки, шов блоков двух барабанов, которыми фрагментами набиралась колоннада снизу доверху постепенно. Во время реконструкции колоннады ученый намерен убрать элементы, пристроенные в 20 веке. Самому памятнику архитектуры хотят вернуть первоначальный вид, а он включал и фигуры львов на ступенях колоннады. Это подтверждает снимок 1929 года. Вторая фотография. Ну, я случайно на нее наткнулся в одной из книг Вадима Андреевича. И на этой фотографии изображен его отец. Тот человек, который был первым архитектором города после войны, в 1944 году. Андрей Анисимович Лисенко. На Воронцовской колоннаде были львы. Архитекторы не исключают возможности восстановления этих скульптур. Чтобы воссоздать оригинальных львов, придется тщательно изучить архивы. Екатерина Лапицкая, Алексей Филиппов, 7 канал.